Канал Автоохотники и проект ГАЗ-69. Как вы помните, уже в предыдущих сериях смотрели. Ну, в общем, в принципе, мы подходим к завершению. Последний этап — это мы поставили лобовое, попробовали прокатиться, но реально как на мотоцикле. Да, ветер чувства задувает. Были вы незабываемые, ветер просто в глаза. Всем привет! Самый главный, да. Поставили, в общем, сейчас лобовое. Осталось у нас мелочи наклеить. Наклеечку. Сюда наклеим наклеечку, с той стороны на дверь наклеим наклейку. Флаг повесим сзади. Флаг повесим и что, заправиться им. Заправиться, да, к параду мы готовы, так что ГАЗ-69 у нас так финальная серия сейчас, сегодня. Сейчас у нас время 19:40, 7 число, мы успели. 9 выезжаем. 9 выезжаем, да, у нас будет, получается, мы выезжаем сначала на красный к 9 часам, туда, на бессмертный полк. Потом в 10 в центр. И в полдвенадцатого Федоровского. В нашей деревне Федоровском где? Полдвенадцатого, да. Хотя, я немножко честно не понимаю, потому что официальная версия — у нас бессмертный полк в 3 часа дня. В любом городе. А почему-то у нас такие раскиданы. Я не знаю, не понимаю. Наверное, но... каждая администрация по-своему делает, как бы. И неважно, я думаю, просто в этот день главное будет... смертный полк. Да. В этом году как бы... Знаешь, что мы забыли сделать? Ну, может быть, завтра заморочишься здесь, сделаешь. Попробуй переварить это цепное устройство. Потому что вроде разговор был подцепить кое-что, пока не будем говорить о чем. Ну да, ну я думаю, навряд ли уже у нас получится. Не получится. Пролетаем. У нас его нет. Переваривать даже нечего. Да. Так что какие-то недоделки мы доделаем, уже все, финальная серия, украшаем. Ну а так сейчас посмотрите, как это все было. Да. С чего все начиналось, как мы за ним ехали. Какие угарные были. Кстати, Никитос с нами ездил, гонял. Два дня невыносимые. Да, поездка была. Адской поездки. Напоминаю, что мы его купили за 110 тысяч рублей в городе Чувашии. Да. Плюс у нас поездка обошлась в приличную сумму, насколько я помню, в районе 30 тысяч. Ну, это с гостиницей совсем, с полотенцем, которая там была, история веселая. Совсем. Так что вот. Смотрим, что из этого вышло. Ну и вот, вкратце теперь давайте посмотрим, как это... Простая здесь система щеток. Да. Ну, новые-то подходят. Поводки. Ну, кстати, подошли вроде бы. Как бы. Поводки просто вставлять надо. Вот они в паз вставляются сюда. We'll be right back.
делаем штук под флаг СССР. Надо болгарочкой, нам тут заметили уже. Устанавливаем флаг. Ты пароль особо не привыкай, как его там каждый день менять. Так что все как полагается. Советским флагом. И дворником. Все-таки решили мы дворники сделать, поскольку на 9 число мы посмотрели, будет дождь. Так что пускай они работают, не как декорации будут, а будут прям работать. Ладно, не ругайте меня, я знаю, что так делать нельзя, но... У меня вариантов нету. У меня вариантов просто нету. Провод у меня не получилось перетянуть. Ну, можно, конечно, перетянуть, но опять же все разбирать, а на это времени нет. Как сказать? Ну, месяца два-то точно отработает, а может даже и больше. Ну, года два я даю гарантию на это. На эту скрутку. Дворников все работает. Все. Готово. Может быть, не знаю. Трась пока. Нормально тогда. Не, просто я к чему, я говорю, давай эту поставим, все, пластмасску эту. Потому что, ну реально, телефон некуда бросить, ничего не бросить некуда. Мы покатались с тобой, прям видна проблема. Положить нечего. Нет, да. А какую пластмасску? Вот эту? Вот эту, да. Он все-таки нормально. У него хоть телефон можно положить или еще что-то. Принеси маленькую кисточку. Есть, товарищ главный. Всем привет! Всем привет, дорогие подписчики канала Автоохотники. Как и обещали, параду готовы. Конечно, готовы. Ну, могу вас поздравить. 9 мая. Конечно, вы будете это видеть чуть-чуть позже, но сегодня 9 мая. День Победы. Поздравляем всех с 9 мая. С победой над фашистской коалицией. С победой, товарищи! Ура! А теперь поехали на парад.